Приветствую всех любителей динозавров, с вами Александр и недавно вышедшая, ну, на просторах СНГ игра Jurassic World Alive, то есть в нашем переводе это значит «к жизни», то есть от того же разработчика, что и всеми нами любимая игра «Мир юрского периода», у нас сейчас на фоне будет идти охота, вот практически снял самое начало игры, вот Клэр нам тут пытается объяснить, что нам нужно делать. Предлагает нам сделать тренировочку, и на фоне мы сейчас будем ловить много динозавров. Серийка у нас будет примерно 20 минут. Это у нас будет в основном такая вот познавательная, ознакомительная серия, а попутно будем вспоминать, какие же динозавры нам здесь будут попадаться и, в общем-то, все, что как здесь происходит. Все уже знают, что эта игра основана, в принципе, на механике Pokemon Go, то есть то же самое, только любимые динозавры. Покемоны мне не очень зашли, но принцип был прикольный. И вот как вы уже могли заметить, главное отличие от Pokemon Go — это тот способ, которым мы будем ловить динозавров. То есть нам не нужно будет через камеру их отлавливать, хотя такую функцию, я думаю, стоит добавить, как, ну, чтобы можно было через камеру, знаете, что сделать? Сфотографироваться с динозаврами. Вот это будет вообще шикарнейшая вещь. Ты вот включаешь фронтальную камеру, у тебя там сзади на фоне появляется динозавр, чтобы были, можно было выбирать разные позы, там открытый рот, там вообще это просто идея, тянущая на Оскар. Вот, блин, хоть бери да люди и напиши, это реально шикарнейшая идея в игру добавить вот такую вот штуку, чтобы можно было разные сцены с динозаврами, короче, отлавливать. Ну, а я тем временем отстрелял с квадрокоптера, то есть мы, получается, с квадрокоптера стреляем по динозаврам, ну, или с вертолета, а квадрокоптер просто снимает, ладно, в общем-то, неважно. Я настрелял немного клеток динозавров, это у нас был первый драмеозаврид, это велоцираптор, ну, как мы знаем, это, наверное, парк юрского периода зародил вот эту вот всю тему такую, ну, неправильную. Так, а ну-ка давайте, то есть, имея 50 генов, за каждый выстрел нам дается определенное количество, зависимо от нашей меткости, то есть от 50 мы уже можем собрать нашего диноса. Ну, то есть показатели пока что нам эти не важны. Чтобы участвовать в боях, здесь в игре тоже есть бои. Но они там... Я еще до них, в принципе, не дошел. Это будет в следующей серии. Чтобы участвовать в боях, нужно иметь команду. Минимум 3 динозавра. То есть пока что я об этом не буду, в общем-то, рассказывать. Выбираем свое любимое имя. Конечно же, Линка Гейм. И помчались искать дальше. Второй мне сразу попадется тоже, по-моему, велоцираптор. Так, и как я сказал, это у нас драмеозавридик, и именно серия фильмов «Парк юрского периода» ввело весь кинематограф в заблуждение. Ну, потому что создатели вот придумали динозавра, такого давайте вот будет у нас какой-то там а-ля раптор, вот таких вот больших размеров, но чтобы он мог там активно людей поедать. Да, назвали его велоцираптор, ну, эту историю вы уже все знаете, да, а потом как бы ему говорят, ну, нет... Там кто, Спилберг у нас снимал или кто первую часть. В общем-то, не так, не таких он был размеров. Он был крохотный, 60 там, сантиметров высоты, 2 метра в длину и весил, как собачка небольшая, 20 килограмм. В общем-то, по-моему, там в сценарии даже была переделка, что его решили все-таки назвать Ютараптором. То, о чем я говорил уже много-много раз, что по размерам он реально подходит к Ютараптору. Но никак там, не какой-то Дейноних, велоцираптор или там еще кто-то ему ближе, дакотараптор какой-то или драмеозавр, они все были меньше. То есть самый крупный это был ютараптор, и у нас в фильмах именно вот этот вот динозавр по размерам ютараптор, но сценарий уже, как говорится, не переписывали, съемки не переделывали, остался он велоцираптором. Но, естественно, все в фильмах тоже многие кто подхватили эту тему, и вот остался у нас такой громадный мутант велоцираптор, который на самом деле является раптором. Так, что у нас тут было по рапторам? Когда они жили примерно 83-70 миллиончиков лет назад. Так, черепушечка 25 сантиметров. Ну, по размерам я сказал, зубов было немного, 26-38. Ну и зубы не являлись главным оружием этих хищников, потому что они были реально редкие и маленькие. Ну, черепушку, если вставить, если не вставлю сюда, то вы поймете, что зубы у него были вообще паршивенькие, собственно говоря. А вот коготь на пальце был почти что 67 сантиметров в длину. И это было, короче, чертовски грозное орудие. Так, что мне тут? Следующее попадается мне, это у нас, по-моему, уранозавр. А ну-ка давай. По-моему, уранозавр.
Так, уранозаврик, да, это у нас типичный представитель игуанодонтов, который жил примерно 110 лямчиков лет назад. Ну, довольно крупный хищник. Сколько у нас было? 2,2. В общем, от 2 до 4 тонн он примерно весил. Ну и длина приличная. То есть 7-8 метров при росте. При росте 3 метра, ребятки. Вот такой вот у нас был хищничек. Ну и смотрите, то есть поначалу я, конечно, это еще не понял, когда ловил первых своих динозавров, да. В общем-то, время нашей стрельбы ограничено это нашим зарядом батареи. То есть, ну, получается, квадрокоптера вот это вот. О, это я тут прохожу по улице. То есть, естественно, съемки все ведутся на улице. Шумов много, не знаю, что я тут порешаю с музыкой, какая она будет. В общем-то... И то время, пока мы можем стрелять, зависит от энергии нашего квадрокоптера. Как видели, там вот батарейка вверху. Ее можно, естественно, апгрейдить. За какие-то там деньги можно ее проапгрейдить. Так, о, кто нам попался, ребятки? Это ё-моё, Зухамим, ну какой-то явно спинозаврит. Так, ну, насколько мне память не изменяет, это, ребятки, именно Зухамим. Зухамимчик, естественно, это у нас спинозаврит, ближайшие его родственники барионик, спинозавр и ритатор. Да, Зухамимус. Так, давайте, что мы про него там знаем. Ну, он был больше, чем 11 метров, потому что 11 метров это была молодая особь. Вес очень скачет, от 2,7 до 5,2 тонн. Ну, естественно, вытянутая морда, гребень был небольшой, не сильно развит был. И сколько у него было? 122 зуба было, ребята, вот такая вот. Прикольная есть информация. Зубы, конечно, как колышки, как у крокодила. Ну, силы укуса, естественно, там нет. И питался он, скорее всего, рыбой. Ну, гребень имел небольшой. Кстати, у него были очень большие когти. 30-сантиметровые когти были у него на передних лапах. То есть он мог хорошенечко так рыбешечку какую-то взять и разделать. О, а это самый известный тупица среди динозавров. Это у нас стегозавр. Сколько там? При длине 9 метров. В высоте 4 метра, весе около 2 тонн, кстати, как-то маловато на размеры. У него было мозгов всего лишь 70 грамм, как у собаки, ребята. С такими-то габаритами. Жесть. Вот эти, у него было 17 костяных пластин на спине. Примерно, самые крупные были 60 на 60 сантиметров. Нехилые такие пластиночки, которые помогали ему либо отпугивать, либо нагреваться побыстрее, либо в брачном сезоне участвовали, да. Ну и, конечно же, известный такомайзер. Так называется его хвост с шипами, там 4 шипа до метра длины. Представляете себе? Это можно двух рапторов нанизать. Каких двух? Трех, наверное, рапторов можно нанизать на один шип. Такой вот у нас необремененный умом динозавр. Но, как говорится, отсутствие мозгов не мешает жить. Так, и вот там вдали у нас виднеется, ребятки, я заметил что-то похожее на Таникала Греуса. То есть, ну, модельки, наверное, очень похожи с миром юрского периода игра. А вот там подальше у меня есть Нундазух. Нундазух, ребятки, тоже древнее существо. А это, да, Таникала Греус, 129 метров, ну ничего, это мне по пути, да, эта дорога домой будет для меня длинная. Давайте сейчас вступим в битву с нашим древним-древним представителем. Так, это у нас архозавр, ребята, арха, со слова архаичный, очень старый, потому что он еще появился до динозавров 230-240 миллионов лет назад, где-то там на территории Танзании, но был не особо большим, 2,7 метра в длину. Такая вот у нас была тварька, ну, скажем так, крокодил на прямых ногах, вот что-то вроде того. И у него были, кстати, на спине костяные пластины, то есть это реальный факт, люди этого не придумали. Он был такой довольно бронированный зверь. Так, что мы тут собрали? 39. То есть нужно 50, чтобы его разблокировать. Ну, ничего страшного. Сейчас давайте Таникала Греуса зацепим. Трым-пам-пам. Давай, иди сюда. Иди к папочке. О, рекламочка. Тут стану-ка я под навесиком, чтобы солнышко в экран не светило. Запускаем нашего дрона-охотника. И давайте целить. Ну, как вы поняли, если вы попадаете в самый центр,
вам дается 12 очков. Ну, это количество очков, которое вам дается, еще зависит от редкости динозавра, как я понял. То есть, если это обычный динозавр, то есть common, самый простецкий, то вам могут дать 12 за попадание вот в центр, вот, вот в тот кружочек. А если это динозавр там редкий, то вам дается уже, по-моему, 9 максимум. А, ну, более редких динозавров, чем просто редкий, я не находил. То есть мне эпических и легендарных еще не попадалось. Так, 33 клеточки. Ну, Таникал Греусова и немного попадалось. В конце видео я покажу, ребятки, что я там насобирал. Я практически никакие динозавры не выводил. Я пока что их только коллекционирую, и там вместе с вами уже будем, думаю, разбираться. Можно еще повторно, кстати, это у нас называется supply drop, то есть, ну, провизия, точки провизии, да, да, не покестопы, а диностопы, ресурсостопы, вот так вот можно их назвать. Да, то есть мы крутим, и нам что-то там выпадает. Ну, мне выпадают вот либо вот монетки в перемеску с шипами, либо там 10 плюс 5 транквилизаторов, либо там 30 плюс 15 золотых монет. По-моему, ничего больше мне не попадалось. Так. Ты у нас кто? Кто это? Прусозавр, ребяточки. Это у нас уже не просто так какая-то ерунда неведанная. Это у нас вымерший род кайманов. То есть это уже крокодил. Это не крокодиломорф, как саркозуха. Это уже, в принципе, семейство крокодилов. Ну, ответвление, скажем так, близкие родственники. Это кайманы, ребятки. Это у нас Пурус или Пурусозавр. Не так давно они вымерли, всего лишь 8 миллионов лет назад. Это вам не динозавр. Довольно много они прожили и могли достигать длину 15 метров, ребята. 15 метров и весить до 14 тонн. Ничего себе. И черепушка больше 1,5 метра, короче. Это просто что-то с чем-то. Саркозух курит в сторонке. Тоже крупная тварь, но это действительно... Так, эуплацефалы там вот у меня вдали парка. Но сначала нужно... А что это, подождите, Подождите, мне длинношей какой-то. Я пропустил этого длинношеева, по-моему. Вот это жесть, как я так мог? У меня, по-моему, ни одного длинношеева нет. А там он был. Блин. Ну, это я уже, короче, после записи, это уже, как говорится, после боя... А, он исчез. Вот почему я его пропустил. Он исчез, походу. Так, ну, нам нужно вот топаем туда к этим бронированным тварям. Я думал сначала, что это анкилозавры, а это у нас эоплацефалы, получается. Блин, они через дорогу, но я успел. Так, ну что, первые панцирные динозаврики, давайте будем на них охотиться. Его называют эвоплацефал, эооплацефал и скалозавр. Вот, в общем-то, почему люди сейчас назвали, решил его назвать эоплацефалом, если он у нас скалозавр в Jurassic World The Game, непонятно. Но это ладно, не так уж важно. Переводится на его название как «хорошо вооруженная голова». Ну, такое себе название, у него, по-моему, хвост хорошо был вооружен. В общем, это по факту североамериканский анкилозавр, то есть его близкий очень родственник, который жил 76-75 миллионов лет назад, потому он очень похож на самого анкилозаврика. В длину он был, ребятки, около 6 метров, весил примерно 2 тонны, так же, как и стегозавр. Он был довольно широкий, тоже 2 метра, точнее 2,5 метра в ширину. И на нем еще были всякие там пластины, костяные там наросты в виде шипов, которые были тоже, ребятки, примерно по 15 сантиметров. Так что крепкая штучка, так сказать. Я тут пытался их поймать через дорогу, вот этот прясал возле него и туда-сюда, и вроде как достаю до него, но нифига, короче, не достал, плюнул и пошел к другому, вот к тому вот. А там еще вдали еще, походу, один зухомимчик, да? Но то мне совсем не по пути. Да, я так начал рассказывать и не рассказал. Обычно я иду на работу примерно 3,5 километра. О, смотри, прямо в голову было, видите, 12. А если куда-то не в маленький белый кружочек, то меньше. Вот плюс 5. Но это у нас обычный динозаврик, да, по редкости. Тоже самый простецкий, потому что 12 нам дали. Ну, почти попал, но все равно дали 5. Вот. А это вообще мало. Я потом уже изменил стратегию своей стрельбы, я там ближе к концу, я думаю, вам расскажу. То есть, как я сейчас стреляю, уже не так вот, не так никак, я бы сказал, даже по, ну, руки-крюки, криворука вот сейчас идет, вот эта вот вся стрельба в этой серии будет. Ну, в конце, может быть, уже там будет что-то повеселее, я уже выработал свою цель и
вот в Покестоп. Ну, я буду его часто называть Покестопом, потому что, ну, как-то supply, запасы, что-то не очень как-то мне на слуху. Шипиков, короче, транквилизатора у меня дофига. То есть в первый день у меня проблем с этим не было, ребята. Но в первый день, то бишь это, ну, я играть начал в четверг, игра вылетала сильно. Каждых 2-3 минуты connection error, и, короче, она плохо коннектилась. Вот сегодня у меня пятница, и в пятницу уже было нормально. Вылеты были там редкие, там, раз в 10 минут, там, может, 15, ну, короче, не напрягало. Но аккумулятор жрет дико, когда ты играешь, записываешь, и еще и это все дело GPS юзает. Просто там за час, наверное, меньше чем за час аккумулятор улетает. А если без записи, то нормально. Без записи, короче, можно бегать. И следующий у нас на горизонте — это Эйниозавр. Ну что, это у нас, конечно же, Цератозаврин, но он входит в подсемейство Центрозаврины. Еще такое одно подсемейство, короче, цератозавров, цератопсов всяких. Жил 83-70 миллионов лет назад, длину 4-6 метров, весил немного, 1,3 тонны, но в игре у нас он, в Jurassic World The Game, он, короче, у него не кисло, так жизни много. Хороший танк. Ну а название у него — это Эйнио, так называли бизонов, древние американцы, завра-ящерица, а у него еще так, полное название — это Эйниозаврус прокурвикорнис. В общем-то, курв, слово курв вообще-то во всяких латинских языках, англоязычных, значит кривой. То есть, ну, у него был такой, естественно, кривой шип на голове. Потому так его и назвали. Так. Что-то я провтыкал, сколько там было клеточек. Ну, ладно. Снова у нас точка с боезапасом. Просто с припасами. Так. Посмотрим видео, еще можно будет крутнуть ее еще один раз. Но, конечно, когда ты постоянно с мобильным интернетом, не очень хочется смотреть видео. А бывает еще точки глючат, вот как сейчас. То есть реально одну точку может получиться открыть несколько раз. Такие глюки тоже бывают. Смотрите, у нас тут какое-то скопление, ребята. Ага, нундагозавра. Аморгозаврик у нас там. Сейчас я точно его хапану. То есть, а других можно, в принципе, и пропустить. Такую добычу нельзя пропускать. Это у нас все-таки уникальный диплотоцит, родственник, в общем-то, диплодока, у которого длина была примерно там до 12-14 метров, весил примерно 9 тонн, но у него главная фишка в чем? Главная фишка в том, что у него было два ряда шипов по 65 сантиметров, ребята, вот такие вот шипы. Там еще ходят теории, были ли эти шипы как паруса, либо просто торчали иголками. Ну, нам, в принципе, не важно. Как нарисовали, так и будет. Никто не знает точно, вообще-то, про кожу динозавров. Она очень редко сохраняется. Так что... Но прикольно. Это у нас был, кстати, редкий динозавр. Не знаю, может, мой первый динозавр. Но теперь точно я поймал уже несколько редких динозавров. Я, по-моему, скидывал там в сообществе, да, всякие новенькие, старенькие, да, у меня в конце видео будет амфибия новая. А мы снова возвращаемся к нашему Зухамимчику. Давайте его подстрелим, сейчас посмотрим, как я уже тут стрелял. Уже, нет, наверное, тут еще была старая теория, но уже я помедленнее, уже не спешу. Тут, кстати, спешить особо не надо, да, слишком быстро дергается. И нужно учитывать еще траекторию, потому что у нас... Нас шатает. О, прямо прямое попадание было, директ хит. Написали плюс 12, ну, значит, да, это у нас обычный динозавр. Опа, снова прямо в яблочко. В общем-то, за одного динозавра можно на стандартной батарее настрелять, и 60 можно настрелять. У меня и были такие динозаврики. Удачные, так скажем так, вылазки. Так, и сколько? 149 я уже насобирал, то есть можно троих создать, ну, либо одного полноценного. Кстати, если мы там, чем меньше генов, их там можно будет как-то добавлять, смешивать, то есть если мы насобирали не 100 генов, то там может получиться у нас какой-то дохлый, по-моему, Jurassic World Evolution, да, такая тема есть, или это что-то уже попутал. Ладно, там будем дальше разбираться, когда до этого дойдет дело. Так, а у нас идет снова кто там? Нундазухус? Нундагозаврус? Да, снова Нундазух отстреляем, давайте. Опа, смотрите, прямо в яблочко. Снова в яблочко, да, вот это уже я стреляю уже по-людски. То есть надо не спешить, ребята. Я выработал какую себе стратегию? Лучше не выстрелить, чем выстрелить плохо.
Потому что, когда ты промазываешь, тебе могут дать 1, 2, 3 очка. Ну нафиг не надо, ты просто тратишь шипик. В первый день мне было много транквилизаторов, да, но на второй день мне их уже жутко не хватало. То есть динозавров вокруг много, и Литронакс, вот, Литронакс, ребята, новый динозавр, по-моему, я про него не знаю, искал, не искал, но по-моему, я не нашел информацию. Но прикольно, смотрите, как я уже тут быстро, это не ускоренное видео, это я так стрелял, и у меня закончились уже дротики здесь. Так, вот, 46 не хватает мне, чтобы его собрать. Ну, еще тут зухомимчика я подстрелил. И у меня уже начало, короче, глючить немножко телефон. Вот это вот, Кулазухуса Ген 2. Он у нас, ребятки, редкий. Я, по-моему, один или два раза их уже отстрелял. И, в общем-то, запустила сейчас игру на эмуляторе. Как видите, карта абсолютно пустая. Но я думаю, тут можно на эмулятор Nox что-то придумать, чтобы оно как-то привязала нас к какому-то месту, хотя думаю, ну, то есть, к стране-то мы привязаны, то есть, она не видит, где именно на карте мы находимся, на Google картах, но я думаю, это можно решить будет. Кто, в принципе, уже решал этот вопрос, можете написать, ну, то это тот же решение должно быть, что и к Pokemon Go, если оно не заблокировано, по-моему, Pokemon Go игра боролась вот с этим, с GPS обманом, ну неважно. В общем, смотрите, на данный момент у меня 80 шприцов, 3260 золотых монет и 132 бакса. Ну и главное, короче, это же коллекция, ребята, это коллекция, сейчас мы к ней дойдем. Для начала, то, на чем закончилось предыдущее видео, то есть я поймал Кулазуха, то есть это моя редкая амфибия, то есть немногочисленный редкий, кстати, вот еще гены раптора, у меня так мало генов раптора, да, всего лишь это получается за первых два, он же в учебной миссии был, и потом сразу мне еще один попался, то есть и он обычный всего лишь, и я всего лишь настрелял 50, это смешно, конечно, я за один выстрел сейчас уже под 60 настреливаю, ну ладно, что есть, то есть. Так, редкий, эпический и магический, я бы сказал, VIP. Ну, посмотрим. Пока что ничего не покупаю. Так, битвы... А, 4 динозавра нужно собрать. Я вначале вам немножко соврал, сказал 3. Так, а что у нас здесь? New Futures, Шмучес и так далее. Итак, ребятки, давайте я скажу насчет Литронакса. В общем-то, информация по нему есть. Я думаю, стоит снять даже отдельную серийку по нему. Это у нас был... Это тиранозавроид, самый древний. То есть предок тиранозавра считается. Так, в общем-то, ну не будем сейчас углубляться. Эта тематика, думаю, будет для отдельного видео. Это, кстати, наш вот этот пурурозавр. Судя по морде, да, у него была такая тупая широкая морда. Это значит что? Что у него был чертовски силен укус. Ну вот сравните морду вот зухомима какого-то. Не знаю, ну, скорее всего, это зухомим. Какая тонкая морда. А у пурурозавра, у него морда намного шире. Шире, чем у даже современных крокодилов. Это чертовски должно быть много сил давать. Широкая челюсть, широкие места для крепления мышц, сильный укус. И морда еще была короткая довольно. Так что это должен быть один из чемпионов по силе укуса. Так, ну здесь у нас что? Это у нас... Это Иритатор Зухомим. Вот кто-то из них. Ладно, а мы переходим к самому сладкому. Чего вы все ждали. Давайте будем смотреть. У меня в команде только один вот мой раптор. Давайте заглянем, что вообще-то мы можем с ним сделать. Я могу его эволюционировать. Но как бы не знаю зачем это. Possible Hybrid. Ну, Hybrids, понятно. Индоминус. Для этого нужен вообще, наверное, T-Rex. Жизни. Это если я его эволюционирую. Ну, мне кажется, смысла его эволюционировать нет. Уже нужно эволюционировать будет кого-то покруче. Посмотрим. Страйк. Одинарный удар и супер удар панч, это, я понимаю, какой-то супер удар двойной типа, уменьшает урон цели на 50%, то есть мы можем кого-то так цапнуть супер ударом через один ход, получается. Ну так вообще, подождите, кулдаун один, то есть я ударяю его панчем, он ослабевает, я его бью обычным ударом, он, точнее, я его бью панчем, он ослабевает, бьет меня слабым ударом. Потом бью его я сильным ударом, а он меня сильным ударом, а потом все-таки да. А потом он меня бьет, я снова бью его панчем. Ну ладно, разберемся с этим. Армора нет, спид, тролливали. Ну тут вообще так, ну за 5 монеток, я думаю, смысла нет.
Давайте сейчас будем создавать. Так. Я картиночку эту вам уже... Так, не понял. Скриншоты не работают. Ладно. Ладно. Итак. Давайте просто сейчас проглянемся. Ой, сколько здесь есть. Это, то есть, ой-ой-ой, сколько здесь динозавров. Вообще-то, сколько их здесь всего, интересно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, 25 у 4, то есть, короче, их тут где-то штук 100, 104, 110, да, на данный момент. Хорошо, то есть, вот этих ребят я уже могу собрать, то есть, а получается, подожди, вот этих ребят я видел? А, ну, подожди, смотрите, это кто? Это у нас Ютараптор, то есть, я его видел, но не собрал ни одной клеточки. Интересно, Индоминус, почему он не открыт? Я ж его даже как бы и не видел. Ну, может, значит, он где-то рядом был. Я, наверное, проходил. Section B03. CS2. Хорошо. Так, ты на кто? Утконос. Титана какой-то там. Заворус. Уран. А, уранозавр. Всего 13 я настрелял. А, он эпичный. Я соврал вам, да, тоже. У меня эпики, значит, попадали. Смотрите, у него такой тоже спина и гребень. Ну, уранозавра мы отстреливали с вами. То есть вы уже про него знаете. Он эпик, оказывается. Это Legendary. Давайте еще раз я провтыкал. Да, это Legendary. Это, наверное, скорее всего, редкий. Rare, да. Amargasaurus. Это у нас тоже редкий. Но с редких, как вы поняли, выпадает мало клеток. А, ну это тот же ответ на вопрос, почему у меня так мало клеток уранозавра. Потому что он эпический. С него еще меньше выпадало. Также в разделе ютубчик Гаргозавр. То есть он мне попался Гаргозавр, ребята. 31 редкий настрелял. Ну, это, наверное, всего с первой попытки, с одной попытки. Хотя, кто его знает. Смотря, когда он попался. Вот, это совсем недавно мне попадался Эрликозавр. То есть, ребята, кто не подписался, обязательно подписывайтесь на канал. И вот регулярно заходите на ютубчик в раздел сообщества. Там вся информация намного раньше. То есть, можно там и... Я задаю вопросы часто, вопросы, опросы отвечают там чаще, чем в комментариях. Так что проверяйте, чекайте регулярно страницу сообщества. Так, Эрликозавр Gen 2. Почему Gen 2? То есть это получается, он уже эволюционированный. Что-то не понимаю, почему он... Или это редкий Gen 2 считается. С этим я еще, не, как вы поняли, не в курсе, почему он Gen 2. Вот, а вот это обычный... Тенантозавр обыкновенный, то есть я его, получается, поймал, ну, где-то поймал за кадром, но ничего, мы тоже про него поговорим, значит. Тенантозавр, кулазух, да, вот и там я это, получается, их всего два поймал. А почему он заблокирован? Ага, то есть для редких нужно не 50, я так понимаю, да? Для редких нужно больше генов. А, для редких нужно 100, что ли? Минимум 100. Да, вот видите, тут по 50, это для разблокировки, я понял. На 50, 50, 50, 100. Для редких 100, для легендарных 200, для эпиков 150. Вот мы и разобрались с вами. Так, 50, значит, это обыкновенный. Блин, видео будет реально больше, чем полчаса. Это Пурурозавр, опять же, Gen 2 он. Почему он Gen 2? То есть, что бывает Gen 1, Gen 2, еще Gen 3 какие-то могут быть. Смотрите, очень похоже вот это вот. Гиганотозавр, да, и вот этот Ли, забыл, кто ты. Так, Дилоса, вообще не помню, что ты, чтобы я Дилоса. Это я Дилоса отстреливал, наверное, думал, что это Таникала Греус. Ну, походу, когда идешь, знаете, там где-то среди людей, короче, толкаешься, фиг его знает, вижу цель, не вижу препятствий, беру и стреляю, да. Монолофозавр тоже Gen 2, но пока что Gen 3 мне никто не попался. Это Литроникс, да, как там он, да, Литронакс. Литроникс. Но он у нас пернатый, кстати. Почему-то его нарисовали пернатым, но это полная дичь. Если это был еще более древний представитель, чем, ну, самый первый представитель тираннозавра, то какие перья? То есть перья появились уже, ну, в конце эры динозавров. То есть у него вряд ли там должны быть перья. Ну, по крайней мере, у последнего. Так, теперь приступим к созданию, ребята. Приступим к созданию. Мы сейчас просто их создадим, но ничего делать с ними не будем. То есть уже там прокачивать, драться будем в следующей серии. Я постараюсь ее снять в субботу и выложить в воскресенье. Ну, как-то так. Давайте создадим.
Он обыкновенный. Ушло 100 генов. То есть он типа должен быть здоровее, да? Health damage. Ну тут надо нам реально на бумажку как-то выписывать их. А, вот у меня что-то осталось. А, я всего лишь на первом уровне, ух ты. Мне насыпало этих. Прикольно. Я еще сегодня, значит, немножко пособираю. Это был сарказух. Идем дальше. Маджунгасорус, ребята, у нас маюнгазаврик. Да, но здесь он вообще нарисован так, как-то слишком остро. 50, 100. Сколько мне сейчас останется? Э, 29. Так, сейчас нужно засечь. То есть, так ли это на самом деле? А, почему я... То есть, я не вижу, сколько клеток. Ладно, тут по редкости можно. Я не вижу, сколько у меня клеток реально. То есть, ну вот, что надо создать. Он обыкновенный. А сколько у меня было? Ну, остается верить, что то, что здесь добавляет сверху... А, смотрите, то есть он прокачался. Первый уровень, и мне нужно собирать еще 100 клеток, чтобы его качнуть. Ага, вот так вот даже. То есть идет прокачка по уровням. А чем Evolve отличается от просто как-то... Так, мне разблокированы битвы. То есть я насобирал 4 динозавра. Это хорошо. Дальше это Офиокодон. Если мне память не изменяет, да, Офиокодон. Создаем. О, он крутится. Шикардос, ребята. Шикардос. Ну, это камон. То есть у меня еще 70 в запасе. То есть мне 30 насобирать я смогу. Так, у меня сейчас есть точно стегозавра. У меня было клеток там 200 с чем-то. То есть хватит создать несколько. Сейчас посмотрим, когда мы дойдем до тех вот динозавров, у которых у меня много клеток. Смотри, вообще шикарно нарисован. Ну, в Jurassic World Evolution были модели прям такого же уровня. Ну, по крайней мере, вот здесь вот. Очень классно нарисован. Так, здесь еще мне не хватает. То есть они выстроены в порядке клеток, что ли? В каком они порядке? Мне что, Зухамима больше всего клеток? Ладно, давайте сейчас Иниозавра качнем. Бизончика. Непонятно. Для обычного плюс 50 добавляется. Нет, точнее удваивается. Если обычный 50, то второй уровень вот 100 уже. А то редкий 100 будет потом 200, эпик 150 будет 300, да, и легендарный 200, и потом 400 нужно будет клеток. Так, ну 73, то есть пока что мне ни на одного не хватает. Но подожди, у меня точно, то есть стегозавра с железобетон, напомню, что у меня там клеток вагон было. Таникалогреус, он у нас обычный, хотя в мире юрского периода у нас он был чертовски силен, то есть у него там 5 косарей жизни, он не... такой. Ну, очень. Модель очень похожа, да, только здесь реализма намного больше. Во! Во, ребятки. У меня есть 100 очков. А как его прокачать? Почему здесь Evolve тоже доступен? Но если я нажму Evolve, то есть он у меня качнулся конкретно. Так. 50 плюс, ну да, не по 50 все-таки добавляется, не x2, как я считал, а по 50. Хорошо, давайте сейчас откроем кого-то другого. Ух ты, ё-моё, а это кто такие? Не понял, ты, подождите, это эволюция на втором уровне? А, это мне предлагает гибридов создать, ничего себе. Это гибриды, которые мне стали доступны, ребята. Маюнгазух. Вау! Маюнгазух, только подождите, что в нем поменялось? Ну, шипы добавились. Не знаю, челюсть бы ему сделали, как у Нумдазуха. Ну, рог вырос. Ну, что-то гибрид с него какой-то никакой, честно говоря. Вот это уже похоже на что-то. Да, вот это уже хищный травоядный. Это жесть, ребята. Ничего себе, гибриды. Давайте сейчас узнаем еще, кого я могу создать. Так, сколько у меня по клеткам? Так, вот, это то, что у меня уже создано, смотрите.
Допустим, вот этого я не могу сейчас создать, да? Он скажет мне, да. То есть Evolve. А, кнопка недоступна. Хорошо. А, ну-ка, она у всех недоступна. Понял. То есть, если. Все, все, теперь я разобрался. То есть Evolve — это всего лишь прокачка на следующий уровень. Это не какая-то там, то есть не отдельно. То бывает, можно прокачивать, можно эволюционировать. Это разные вещи, здесь нет. Это одно и то же. Можно просто потом гибридов лепить. Давайте сейчас создадим еще. Создадим Нундазуха. Нундазух, Нундагазав. Не, Нундагазав — это у нас гибрид уже. Так. Вот такой. Ну, Капразух. Я хочу Капразуха увидеть, какой он будет здесь. Так, ну, не знаю, стоит ли его вот сейчас их эволюционировать. То есть, стоит это копейки. Ну, давайте. На самом деле, я их пропускал много. Теперь я знаю, что... Ну, да. То есть, надо... Может, некоторых стоит и не пропускать. Ну, тех же стегозавров. Вот сейчас мы можем ему повысить там... Несколько уровней, в принципе. 50. У меня там 2-3 раза я могу качнуть. Ну, нужны ли гены одного... Вот, допустим, у меня есть много генов стегозавра. Нужны ли... Можно ли эти гены использовать куда-то в другое место? А то я перепутал, да, это Jurassic World Evolution. Там можно будет брать гены других динозавров. Ну, очень, очень похожие идеи. Взаимствовали. То есть я ни в коем случае не могу сказать, что кто-то там у кого-то украл. Это глупо. Знаете, как колесо изобрели давно, но почему-то все им пользуются. Никто не пытается ездить на квадратном колесе. Потому, как бы, я считаю, если ты сейчас что-то делаешь, то ты не просто можешь, ты обязан посмотреть на всех людей, которые уже сделали то, что ты хочешь сделать, и взять у них самое лучшее. Постараться взять у них самое лучшее. То есть это шаг к развитию. Не нужно изобретать велосипед, который уже давно все изобрели. Нужно брать круглое велосипедное колесо, спицы, раму и пытаться сделать ее лучше. Я вот так считаю. Так. Стегозавр второго уровня. Ну. Ну да, не, все не так, не хватило. Ну посмотрим, смогу ли я насобирать. Я сейчас третий уровень получу, мне сейчас насыпят еще транквилизаторов, как я понимаю. Так, создаем. Еще два осталось, ребятки. Скалозавр, он же Эоплоцефал и Эуоплоцефал. Так, а там у меня был Анкилос, да? Вот, тут не хватает совсем чуть-чуть. Но оно все-таки... Стоит ли вкладываться... А, ну подождите, здесь без разницы. То есть если обычных каких-то динозавров я могу, могу слить в гибрида, то нужно их сливать, потому что как бы нету смысла их экономить. Они же все-таки обычные, собрать еще одного я смогу легко, а гибрид, ну не знаю. Не знаю, как прокачивается гибрид, вот в чем вопрос. Как можно прокачать гибрида? Max Common DNA... О! Ага! То есть... Сколько тебе дают ДНК за один выстрел, зависит еще от твоего уровня. Вот оно что. То есть я уже могу 13, а не 12 получить с обычного. Камон. С обычного динозавра максимум 13 могу. Что значит тайм... А, временное предложение? Нет, спасибо. Ну... за хрень? Что-то зависло, короче, на том моменте. Так, вот что я насобирал. My collection. My team. Что значит my collection? 11 из 100. А my team... то есть у меня входит... В команду входит 8, но сражаться я могу 4, да? Вот так. Хорошо, по какому принципу туда попадают динозавры, пока непонятно. Ну, можно изменить, кнопка Modify есть. И давайте создадим последнее наше существо на сегодня и закончим. Эту серию и так чертовски длинная. Это у нас Зухамим. Это у нас обычный. Ну, соточку я на нем насобирал. Дунь, да не то, что соточку, я еще раз на него могу качнуть. Ну, тут надо повыписывать просто, какие скорость, показатели удара, чего. То есть, ну, на ком стоит сосредоточиться. И, опять же, как проходят бои, я еще не знаю. Надо посмотреть видео у кого-то,
То есть, ну, вот у геймбивера, например. Имеет ли значение травоядный хищник? Здесь я пока не вижу такой принадлежности, кто куда принадлежит. То есть здесь не, ну, нет такого, я не вижу. Ну, у каждого есть свои суперудары, то есть это тоже нужно учитывать, ребятки. Ну, будем разбираться по ходу дела. То есть вот так. Так что всем, кому понравилось, ставьте пальчик вверх. Постараюсь снять серику следующую воскресенье, чтобы она уже вышла. Ну и все. До скорых встреч. Не забудьте поставить лайк. Всем пока.